Каталония – это возможность для российских компаний выхода на европейский рынок, поскольку это страна, которая более 30 лет является членом европейской семьи. Каталония – это прекрасный средиземноморский климат, а также возможность получения вида на жительство при определенных бизнес-инвестициях, инвестициях в недвижимость. В Барселоне сосредоточено, и в Каталонии сосредоточено большое количество высших учебных заведений мирового уровня. Соответственно, это возможность принять на работу высококвалифицированные кадры. Каталония – это платформа для выхода на рынке Латинской Америки и Северной Африки. Каталония, кроме того, это прекрасный, это логистический хаб, это прекрасное авиаснабжение между Москвой и Барселоной. Сильными сторонами каталонского бизнеса традиционно являются агропромышленный комплекс, это сельскохозяйственные предприятия, это машиностроительные предприятия, но в последнее время также мы видим увеличение компаний, высокотехнологичных компаний и компаний в секторе IT. Именно поэтому Каталония в последние годы является столицей мобайл-конгресса, который регулярно посещают российские компании. Кроме того, это место проведения салона Smart City. Целый ряд российских компаний уже обосновался на рынке Каталонии. Это и компании крупного бизнеса, это средний и мелкий бизнес, и он представлен в разных отраслях промышленности. Мы со своей стороны, агентство по конкурентоспособности бизнеса, оказываем всеобъемлющую помощь и поддержку российским компаниям, которые прежде всего касаются административной помощи. Мы даем всеобъемлющую информацию по налогообложению, по налоговым льготам. Мы также можем оказать помощь в поиске партнера, потому что некоторые компании не самостоятельно в одиночку хотят выходить на рынок, но заинтересованы в поиске партнера. Мы можем помочь в поиске офиса, помещения производственного, помощи земельного участка. Мы агентство, которое учреждено, создано непосредственно правительством Каталонии, поэтому вы можете не сомневаться в серьезности наших шагов.